Завтра в Латвии будет тепло и сыро, возможен снег, как прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Завтра будет облачно, на западе небо прояснится. На большей части территории страны дождь, мокрый снег и снег. Дороги будут скользкими. Ветер слабый, умеренный, западного направления. Температура воздуха составит плюс 2, плюс 7 градусов. В Риге облачно, утром и днем дождь. Ветер слабый, умеренный, западного направления. В столице воздух днем прогреется до плюс 5, плюс 6 градусов.